Вот, выпал первый снег, вот. Ну, до того, как выпал снег, было тепло очень. Вот. Поэтому вот как снег выпал. Вот тут местами лед, потому что дождь не было очень тепло, и шел дождь. И от того, что было очень тепло, вот так получилось. Деревья, которые были внизу закопаны, отломались от своих корней и повыпадали вот. Попадали вот. Вот такие вот большие деревья. Просто от ужаса, что было тепло-тепло и стало холодно, попадали хотя бы. Сейчас покажу все, как оно есть. Не только то, что попадали деревья, вот. Деревья стоят. Посыпанная дорожка, вот песочком посыпали, так хорошо, вот дорожку, вот. А тут местами лед, местами вода, вот. Как-то вот так. А это тут птички кушают на снегу, вот так. Тут снежная, вот. Птички вот так много птичек показывать не буду, потому что на других видео у меня тоже есть птички. И кому это не будет интересно, покажу. Наконец-то выпал снег, которого так очень ждал я. Я думаю, все ждали снег. Поэтому тут не видно, откуда они отломались. Вот. Вот. Вот так подлежали веточки. Веточки. Ледышки. Вот такие вот ледышки. На веточках. Вот так красиво. Совсем еще не успела замерзнуть, потому что стало холодно раньше, чем дождь кончился, поэтому снег выпал как-то неожиданно, вот. Это, говорится, вот по дереву, которое вот было высокое, нагнулось и упало, ну как-то нагнулось, вот. Вот тут вот переломалось. Вот такая вот неожиданная зима. Такая вот, как бы, что тут такого непонятная зима, как бы, деревья поломала, на самом деле, может, зима, и не хотела ломать деревья, просто если очень тепло, а потом выпадает снег, то зима почему-то ломает деревья, это, я не знаю, с чем связано, но просто показываю так, как есть тут. Вот так вот есть. Вот. Тут такой красивый снег. Вот. И тут Берри гуляет. Песик тут гуляет. Сейчас его близко не буду показывать, потому что песик чужой, он может на меня набросить. Просто в этом дворе гуляет песик.
но далеко. Близко он будет Халк, так нельзя. Вот. Приблизительно уплёсь. Вот, на как падает. Деревья. Я не деревья хочу посмотреть, а просто показать мир. Вот как. Красиво тут нападало. Я показываю довольно не всего, потому что в некоторых местах довольно некрасиво нападало. Вот. Если убиться, поэтому я не хожу по льду, вот уже вот иду по какой-то штуке и уже не очень удобно. Но все-таки в некоторых местах приходится для того, чтобы перейти с одного снега на другой идти по льду. Это очень-очень скользко, поэтому я все как следует не покажу, я покажу только некоторые моменты того, как я уже иду, потому что не хочешь упав на льду, просто вот так, так будет. Поэтому я покажу, что у меня сбоку. Кроме льда еще что-то есть. Вот. Так как-то. Все, конечно, показать не нужно, да и нет смысла в этом, будет неинтересно. Поэтому я постараюсь показывать только вот то, что посчитаю самым интересным. Вот. Как-то вот так вот. Данная вот. Тут вот, где лед, огромная лужа, вот, поэтому тут конкретно нельзя вот так вот ходить, потому что если утопишь лужу, то это замерзнет просто потом в ледышку, и лужа, поэтому тут ходить не следует. Вот, тут местами бывает еще и вот так вот, местами между снега, вот. Вот, тут начинается снег. Ну, снег начинается не везде. Вот, это снег. Трудно сказать, что где снег. Но, вот. Так вот есть. Если бы показывал по-другому, то никто бы не поверил, что это не монтаж. Поэтому показывал без монтажа. Без монтажа.
заряду батареи. Thank you.
Камера ходила тут. А теперь по темноте мутно записывать где-то пустылось там. Хотя оно у меня вот тут вот было. Вот так вот старательно я лепил. Лепил я вот так вот старательно. Это специально вылеплено. Если угадайте, кто это. Если угадайте, кто это. Очень будет приятно, я это выставлю в заметках в соцсетях, то есть на странице выставлю. И там можно писать комментарии, потому что в Ютубе писать комментарии нельзя. Вот. Так, вот. Вот, давай.